Всем привет, вы на канале Metallic Denny, мы с вами сегодня сыграем в G-Sheet Compact, нафиг. Давно не играл, давно не снимал, пора бы уже драйвера здесь обновлять, а то что-то прям FPS вообще что-то нету. Что-то у нас новенькое появилось, главы. Так, давайте открою все, что есть. Блин, все, что ли, прошел, офигеть. Какие-то главы, повысить любого персонажа, туда-сюда. Блин, у меня, кажется, все выполнено. Вообще хотели с вами Кадзуху открывать, потому что он вышел. Давно хотел Кадзуху. Блин, у меня реально все выполнено. Офигеть, профессионал сразу видно. Все выполнил, все, изи. Не играю в эту игру, на самом деле, вообще очень редко стал играть. Да, Делюк, вообще там все шикарно. Так, где у нас персонажи? Вот тут они находятся. Да, персонажи находятся здесь. Ничего, покрутим его. Давайте посмотрим, какая у меня там история была. Какая у меня там была история? Какие персонажи мне выпадали? Когда у меня там будет гарант, не гарант? 50 на 50 на... Ага, я понял. Я понял. Ну все, значит, крутим. 66 круток, шансов не так уж и много. Ну, посмотрим, выпадет, не выпадет. Так, ну пока фиолка, пока фиолка. Мечик. Ну да, надо реально драйвера обновлять, прям все как-то фиговенько. Нина Гуанговна выпала, и ничего больше. А мне какая-то фигня нужна была для кого-то. Для кого мне нужна была фигня какая-то? Идеально. А, нужен был этот... Для Моны книжка редкая, она прикольная. Ну что, давайте теперь еще одну крутану. Чисто голда сейчас полетит, блин, конечно. Так, ну такое выпало. Дальше десятку кручу. Блин, голды нету, голды нету. Ладно, пропускать пока не буду. О, книжка выпала, ну значит параша. Ой, опять Нингуан. Да зачем мне Нингуан? Какие там персонажи есть еще? Блин, вообще бесполезные персонажи. Вот нового можно выпить. Ну, я просто не играю этими каменными каменщиками. О, это то же самое все, да? Да, все то же самое. Ну, нового можно выпить. Такую вот девочку красивую. Я знаю, что это парень. Погнали. Так, тут у нас нифига. Так, вот, эпос, по-моему, нужен. А, это не эпос. Вот, эпос мне нужен на Мону. Он прикольно играется в комбинации там правильной. Короче, пока что-то не очень. Пока не очень. Давайте еще десяточку крутану. Блин, вообще не падает. Так, меч. Драконий рык, по-моему, фигня. Давайте посмотрим, эпос есть. Тамара еще выпал. Тамара выпал. Вот эпос, по-моему. Какая имбовая штука, пипец. И вот еще эпос, да? Да. Нормально, нормально попадало. Ну, Тома Тамара выпал. У нас еще 33 попытки. Маловато, конечно. Тут скипну. Ну, погнали. Так, ну и вот летит долгожданная голда. Что-то да есть. Блин, если это Делюк будет, блин. Блин, главное, чтобы не Лукомогуса, потому что это пипец. Этот Лукомогус, это проклятие какое-то. Блин, дубины переговоров. Блин, ну почему она в конце еще находится? Ну, мне нужен реально только Кадзуха. Из каких-то там дополнительных персонажей только Джин может нужна. Блин, сейчас Джин выпадет. Блин, нет, я хочу Кадзуху. Мне, блин, она реально в самом конце лежит. Сейчас такая клишка выпадает. Нет, ну, если не Кадзуха, то Джин. Джин нормально. Ядрить. Это что за... Бесструнный, блин. Безмамный. Так, ну все, там уже он лежит. Ну, погнали. Ну, типа, изи. Вот эти 50 на 50 я выиграл, по-моему, 5 раз, прикиньте. У меня постоянно выпадали персонажи, причем с минимум круток. Я, причем, не партнер этих... Как они там называются? Михайо. Но падает, падает. Ну, вот он. Казах выпал. Казах есть. Нормально живем. Красивый мальчик. У меня есть для него на самом деле оружие, но не совсем то, что нужно. Давайте посмотрим, что-то у меня было. Вообще уже не помню. Так давно не играл. Он у меня вообще персонажи имбовые. А где он? Вот он. Так, что тут у тебя есть? Типа повышать-то уровень я не могу. Так, что там? Что-то ему надо. Ух, ядрить. Да, я нормально его могу. Прям сразу апнуть. Так, а что там у него? Что там у него? Оружие. Оружие у него, фиг знает какой, тупой меч тоже неплохо. Но у него, по-моему, стальное жало подходит. Да, там мастерство. Типа, оно неплохое, но, во-первых, на 2 прокачано. Других у меня нету. Рык, рык, ну рык, нафига он нужен? Злоба. Коварное вертено. Ну, короче, типа, такое. Ну, вот это, типа, неплохое оружие. Можем, конечно, попробовать повыбивать мечик. Но там тоже непонятно, сколько... сколько до этого меча, конечно, надо... вкладывать. Типа можно, я поставил тут меч. Кстати, тут я тоже ни разу не проигрывал. Я оружие 2 раза выбивал, и оба раза мне выпадало правильное. Хотя вот хотелось бы на Делюка все-таки меч этот, как он там, убийца волчар, или как он там, волчья погибель, во.
Я все-таки, наверное, буду копить на меч, тем более я вообще особо не играю в эту игру. Давай. Вот, кстати, вот тут он должен стоять, кстати говоря. Вот здесь он должен стоять, в этой пачке. Прям идеально он тут списывается. Сахароза пойдет к этой... К... Как ее там зовут? Аяки. Ну вот, короче, зафигачил. Ну, типа, да, он крутой. Зовите меня крутой. Давайте так. Блин, нет, надо тут зажимать надо по-любому. Ну-ну-ну, только огонь не уходи. Ну, типа против противников он явно будет прикольный. Надо будет посмотреть, покачать его. Что он будет себя представлять. Ну, а вы были на канале Metallic Danny. Ждите новых роликов. Не знаю, по какой игре. Догадывайтесь, по какой. И всем пока.